Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Еду в салон красоты. Первый раз в жизни к косметологу. Кто-то замечает признаки старения после 30 лет, а я их в своем лице заметила после 40 лет. В марте мне будет 44 года. И я решила сделать себе биоревитализацию. Сейчас приеду, посмотрю, какие процедуры предложит мне косметолог. Вот так выглядит салон, куда я сейчас пойду. Добрый день, я врач-косметолог. Сегодня у меня на приеме Ирина. И мы будем вводить препарат для биоревитализации Platinum Bronze с концентрацией гиалуроновой кислоты 18 мг в миллилитре. Эффект у нас сохраняется до 6 месяцев. Процедура проходит под местной анестезией, то есть никакой боли пациент чувствовать не будет. Единственное, после инъекции могут в некоторых местах сохраняться до 5 дней небольшие гематомы, которые, в принципе, различить будет крайне сложно. Чего мы ожидаем от процедуры? Сияние кожи, молодость кожи. Когда человек говорит, вот я... Мое лицо помолодело и стало более похожим на детскую кожу, на подростковую кожу, когда она светится жизнью, молодостью и влагой. Процедура занимает по времени минут 10-15, плюс 30-40 минут анестезии. Наносится крем, анестетик, как называется? Гелидо. Препарат несколько сильнее, чем Эмбла классическая, которую все знают. Потому что на Эмбле все-таки чувствительность какая-то сохраняется. Эмбла действует мало. Да, и короткое действие. То есть мы наносим анестезию под пленочку. У пациентки есть начало формирования носослезной борозды, поэтому вот здесь, в этой зоне, пальпобромолярной, мы препарат введем для коррекции, для начала коррекции этой зоны. Сделаем губы трубочкой. Вот так. Да. То есть расслабляем над верхней губкой формирование кисетных морщин. В общем-то, в этом возрасте. Практически у всех уже это есть. Тоже скорректируем. Пройдем по контуру, по овалу, для того, чтобы создать некоторый лифтинг. Время действия 30-40 минут. Открываем препарат. Проверяем срок годности. До 21 года. До сентября. Проверяем целостность. Стерильный шприц. 1,1 мл. При пациенте открываем это все. Имеем две иглы. Иглы несколько толще, мы возьмем чуть тоньше. Так, сейчас покажу, что к
каждом препарате есть вот такой серийный номер. Одна отдается наклеечка пациенту о выполненной процедуре, другая остается у нас в документах, в медицинской карте. Угу. И второй ряд. Ирина, терпимо? Угу. Хорошо, дышим носом, если вдруг больно. Дышим сквозь боль. Оставляем микродозы стабилизированной гиалуроновой кислоты. Так, переходим на... Производитель нам положил 2 иглы, поэтому, сделав половину, мы меняем иглу, потому что кола много, игла несколько. Для более комфортной работы. Кто производитель? Израиль. Израильским препаратам мы доверяем. Видите, мы дышим носиком хорошо. Хороший вдох. Опять зона около носа наиболее чувствительна. Мы вводим в дерму. Чем отличается эта процедура от классической, от мезотерапии? Тем, что препарат вводится не на границе с дермой и эпидермисом, а в дерму, туда, где мы должны адресно доставить дефицитную гиалуроновую кислоту. С возрастом, конечно, на лице мы видим ее дефицит. Так. Вир. Терпимо? Угу. Не в ПЖК, а не глубже, только в дерму. Которая будет видна как дефект. Это называется гиперкоррекция. У нас это не будет. Веер сделаем, так как уголок-то опущен, и делаем вот здесь небольшой болю среди веера. Если терпимо, угукните. Угу. То есть мы уже видим, да, эта зона немножко приподнимается эстетически. А делаем губки трубочкой. То есть вот они, да, морщинки. Мы должны проработать эту зону, расслабляемся. Техника жемчужных бус. Когда мы в дно морщины вводим линейку вкол за вколом. Вот, где наш хороший дух, помню.
от боли. Это хороший вдох. Поперечная морщина обусловлена тонусом подбородочной мышцы, когда подбородочек немножко поднимается. Далее в плане восстановления, да, мы будем работать с ней, расслаблять, и тогда подбородок будет ровненький, эта морщина уйдет. А сегодня мы этим клеточкам дадим немного гиалуроновой кислоты, чтобы в последующем при расслаблении подбородочной мышцы эта морщина была менее заметна. У нас совсем мало остается, то есть на верхнюю губочку. Здесь тоже может быть несколько чувствительно. Сделаем губки трубочкой. Расслабляем. Вот это хотелось бы. Это все. Шприц пустой. Вот эта гиперемия, она вся уйдет. Она обусловлена действием анестетики. Краснота, в смысле? Да, да, в смысле краснота. И уже сейчас мы можем видеть, вот посмотри, как натяжение кожи. Да? Угу. Если мы отбросим красноту, то есть она уже начала, ну, дышать, да, она уже начала откликаться на введение нашего подарка. Что, наносим? Ничего? Нет, наносим, конечно, бипонтен на основе декспантенола, который обладает противовоспалительным, да, увлажняющим эффектом. Вам ничего дополнительно наносить не нужно. Сегодня 2 часа личика не трогаем, не греем, не охлаждаем. То есть все погодные условия, если связаны там мороз, сильный ветер, да, личика нужно прикрывать. Это сегодня. В течение недели не ходим в сауны, там, где горячо. И если вы будете, ну, если любитель, да, погреться где-то, гиалуроновая кислота будет разрушаться несколько быстрее. Ну, несколько, это чтобы вы понимали, допустим, не за 6 месяцев, а за 5 месяцев и 3 недели. Не любитель. Процедура стоит 7500 рублей.